вы на канале Мелтонис. И сегодня Ярику подарили трек. Такой. Он может делать что угодно. Какие угодно треки. Сейчас. Чем дождь, это вечер. Я решила снять видео, как это происходит. Жилька идет, идет какая-то стройка. Представляете, это Жилька полицейский. Там, там шарики для того, чтобы приклеивать. А где шарик? Не знаю. Давай это попробуем. Ну, короче. Эй, Ради, что ты делаешь? Еще Ярик делает вот так. Что это такое? Я не знаю. Тебе видно что-то? Нет. Немножко видно. Ярушка, давай мы. Не смотри, чехол. Ярик всегда зарукает. Вот класс, вообще начинаешь. Ярик, что ты делаешь? Ярик, что ты делаешь? Эля, что ты там кошку мучаешь? Это кошечка зовут, ребят, Камелия. Надо ее протереть на мерзатор. Иди, Камелечка. Ну вот, давайте посмотрим Ярик, который... Вот он катится. Смотрите, он с дороги светится. Дорога вырушается. Выключи, сам не колесом. Вот, ребята, я хотела вам показать, что тут колесо сломалось. И оно сам не едет. Мама его все время приклеивала, ну и оно отваливалось. Эй, Ярик, что ты делаешь? Ярик, что так пушится? Бу-бу-бу, да. Эй, что ты делаешь? Вот это глобулька нет. Вот у нас такой интересный вечер. Вот сегодня Лине карамельку привезли. Если вы смотрели «Три кота», то знаете, кто такая карамелька. Это кошечка такая карамелька. И смотрите, «Три кота». Эх, а в понедельник, когда я пойду в школу в Минске, то мы уже встречим. И я захотела кошечку Софи. Вы же помните, я вам не так, я вам все время рассказывала, все лето. Я рассказываю, ребята, мы кричим. Вот у меня 5 месяцев назад, я вам все время говорила, что София моя потерялась. Вот и мы теперь послезавтра ее уже увижу. Ой. А я твою карамельку ищу. Вот послезавтра. Завтра я уже увижу свою Софию. 2 часа, когда будет 14. Ну, 14 час, когда будет 14. После школы. Вот у меня уроки заканчиваются в 12. А на продленку я не хожу. И поэтому я в 2 часа, в 14, уже будет моя София.
Еще брелочка на рюкзак. Есть София с брелочком такая. Ярик, ты что делаешь? Ну, смотрите, это полиция, вот так вот. Это собирается вообще. Машинка вот такая вот. Светится, нажимается на вот это. Вот и вот так вот она освещает. Еще и застревает на горках. Вот видите, еще есть заправка, фонари. Знаки всякие, вот эти. Ну и вот эти вот значки зачем-то. Ну и все, наше видео окончено, мы уже заканчиваем видео, потому что уже открыли двери. Ну все, всем пока-пока, ставьте лайки вверх, всегда. Подписывайтесь на канал, нажимайте кнопочку. Всем пока-пока!